Каждую зиму жители микрорайона Бахчеванжи гадали, не понадобится ли снова в морозы электрообогреватель. Аварии на котельной Чкаловского гарнизона стали для них делом привычным. Инициативная группа жителей обратилась к главе округа Андрею Булгакову с просьбой решить, наконец, проблему с бесперебойным теплоснабжением микрорайона. Команда администрации вышла с предложением на правительство региона о строительстве в микрорайоне собственной котельной. Весной разрешение на строительство было получено. И вот глава округа Андрей Булгаков с жителями уже закладывает в основание коммунального объекта капсулу времени – котельной быть. Всех нас и вас я поздравляю, то, что мы начинаем строить котельную. Подрядчик здесь на основании конкурсных процедур. Он победил. Я думаю, график никто нам не сорвет. Подрядчики надежные. И ровно через год, я уверен, уже мы будем проводить пуск на ладку вместе. И собственная котельная для микрорайона Бахчеванжи будет работать на полную мощность. Есть планы, а есть начало реализации плана. Вот сегодня такой день, когда мы констатируем, все пошло, виден горизонт. Закладывать капсулу времени Андрею Булгакову помогала жительница микрорайона Юлия Вдовина. Давайте. Ну что ж, друзья, поздравляю вас со знаменательным событием. Все это время ресурсы администрация закупала у Звездного городка и Чкаловского гарнизона. Оба расположены на значительном удалении от микрорайона. Отсюда большие потери, что неминуемо сказывалось на качестве теплоснабжения. Последние годы люди конкретно с той стороны за школой, они мерзнут. Они мерзнут, они сидят на электрическом обогревании, они, дети болеют, старики болеют, и поэтому на самом деле это жизненно важный вопрос. Современная модульная котельная станет гарантом бесперебойной подачи тепла в любое время суток. Данная котельная будет 25,4 мегаватта, будет обеспечивать только микрорайон Бахчеванжи, улицу Беляева, это 55 многоквартирных домов и 4 социальных объекта. Строит котельную администрация округа с помощью генподрядчика. Им выступает региональная строительная производственная компания. Срок завершения работ 2022 год. По заданию администрации проектировщики также приступили к разработке проекта реконструкции теплотрасс микрорайона. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.